Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Baldur's Gate. Ну и сегодня у нас с вами изучение магической башни, поэтому давайте-ка все дружно войдем в лифт. Единственное, что предводителем нашей команды все-таки будет темный соблазн. Мне так приятнее. Оп. И... ничего не происходит. На вид все в порядке. Так, а кто-нибудь еще может эту проверку пройти? Оно не выглядит сломанным. С другой стороны, а кто из нас выглядит? Так, ребятки. Эта штука работает от магии. Должен же быть способ ее запустить. Ага. Прекрасно. То есть, эту штуку надо где-то запустить. Ой, а мы вот здесь еще не осмотрели балкон. Прекрасно. Так. Здесь у нас... пустой балкончик, но... О! А что если мы просто используем свиток свободного падения? Мы вниз же можем спрыгнуть? Интересно. Ну-ка. Смерть. Ну, смерть это окей, но свиток легкого падения как раз-таки должен эту смерть предотвратить в идеале. Потому что если мы ищем с вами способ спуститься... А! Нам этот способ, кажется, дали. Надо было просто посмотреть повнимательно. Как удачно. Это мы удачно с вами зашли перед тем, как тратить какие-либо свитки. Чувак, только не поскользни. Мне каждый раз страшно, как вы прыгаете. Оп. О, Сталин даже вперед побежал. Ну, я полагаю, что в этой башне, наверное, никого не должно особо быть. Хотя... магическая пушка, это сверху. Нет? Да. Фуф. Так, сумка с припасами и ветхая книга. Может быть, мы сможем прочесть, разобраться, что здесь происходит. Братан, ну чего ты халтуришь? Давай, все прыгают, а ты прыгай. Как в детстве, типа, а если все с обрыва прыгнут? Вот. Вот как надо. Так, о, и ваза. Так, она без полета тут стоит, но она пустая. Ладушки, что с книгой? Ветхая книга, в которой, видимо, был записан текст какой-то пьесы. Большая часть текста выцвела, залита чернилами и съедена грызунами. Можно различить лишь две строки. Откуда веру взять? Как правду я узнаю? Как покажу себя из темноты? Ага, давайте-ка возьмем, может быть, нам в какой-то момент это пригодится. Гнилая морковка. Ну, здесь, видимо, давно никого уже не было. Не волшебный здоровье, я хочу включить. Так, ну вот здесь у балкона уже уютно выломан кусочек. Все равно это приведет к смерти. Но уже у нас есть с вами опция, которая явно намекает на то, куда нам надо двигать дальше. Оп. О, новый рецептик. А это не те споры, которые нам нужны были по квесту? Да. Да, смотрите. Ну-ка. Мы нашли споры Тимаска. Осталось отыскать язык безумия. Так, а ближайший вейпоинт к башне где? Просто если мы телепортнемся, насколько потом долго придется бежать? И кажется, придется долго бежать, поэтому, видимо, придется пока что изучение паразита отложить в долгий ящик. Ну, иначе мы сделаем квест, да, но при этом потом задолбаемся беготнёй заниматься. Мне бы этого не хотелось. Но один гриб есть. Второй... о, второй гриб есть. И теперь, конечно, идея сдать квест меня манит. Да. Но если мы в этой башне где-нибудь найдем вейпоинт, то я, наверное, сбегу и квест тут мы попробуем сделать. Я надеюсь, что при этом у нас голова раком не встанет и все такое. И вот я не знаю, это может нам какой-нибудь баф дать, ну, чисто теоретически, да? И может быть стоит это сделать до того, как мы с вами отдохнем, но у нас народ уже потратил все отдыхи, остался только длинный. Так, ну и действительно нам вниз, вот я не вижу способов других попасть, кроме как пытаться спрыгивать. Я надеюсь, что в этот раз за нами... вообще, если у нас достаточно этих свитков. Давайте так. А, вы ближайшие союзники. Окей, нам, в общем-то, тогда достаточно одного свитка. Ну что, давайте
Ребята, давайте бодро. Оп. Так, остальные пойдут. Оп. Оп. Кто там сверху? Чувак, у тебя есть шанс там остаться навсегда, если ты не прыгнешь. Астариан. Нет. Карлах в этот раз. В этот раз Карлах решил халтурить и не прыгать. Карлах. Во. Правда, теперь, если что, мы с вами немножко заперты в этой ситуации. То есть, если тут какие-нибудь враги внутри окажутся, и мы не сможем их пройти, то придется пройти, потому что я пока что другого выхода отсюда не вижу. Такие ситуации я не люблю. Больше всего я не любил, когда в Pathfinder'е были данжи, которые за тобой закрывались. Потому что один из них, я записал 4 эпизода, а потом понял, что все, дальше я не могу, и припас у меня закончен. И как бы вот что хочешь, то и делай. То есть можно понизить уровень сложности, но это не очень спортивно как-то, да? Ага, цветки Сусура. Опа. И покопать есть что. Но покопать я всегда готов. Надеюсь, там что-нибудь интересное окажется. Цветок удар молнии. А, 8d6. Хорошо. И если как бы определять полезное, то вот в целом оно. Так, ну цветки Сусуры, я не знаю, стоит ли нам собирать. Давайте возьмем и просто в лагерь наш закинем, потому что вдруг они еще когда пригодятся. Я так полагаю, что ну, что-то интересное мы с игровыми механиками и цветками можем делать. Плюс, может быть, они здесь неспроста. То есть, может быть, они как-нибудь нам еще пригодятся. Там внутри будут еще турельки. Так, а у нас выхода особо нет. К счастью... Ну, надеюсь, что дверь... А, ну она, у нее прочность. То есть, смотрите-ка, дверь, которая сделана так, что если ты не вскроешь, ты ее можешь разрушить, но потратить на это побольше времени. Но у нас бонус плюс 10. То есть, в принципе, испытание превращается в очень легкое. Ну что, ребят, ой, надо было сохраниться до того, как мы открыли дверь, наверное. Ага, некий рычаг. А что он делает? А, опять же, он управляет дверью. Некий свеча лос, она чего-нибудь стоит? Она стоит 25 золота. Это я зря до этого на них не покушался собирать. Как-то нормальная тема. А вот эти камни... Камни дешевле, но из них можно тоже что-нибудь скрафтить. Я так смотрю, здесь, конечно, хозяин башни любил... Опа. Это для маленькой деточки, а не для здоровенной меня. Или кого? А не для здоровенной тетеньки. Мне нравится. Так, тут очередной кусок гриба. И все это можно крафтить. Так, трактат об антимагических свойствах Сусура. Антимагические свойства цветков дерева Сусур. Автор Элда Херст. Среди тех, кому ведомо о деревьях Сусур, то и дело разгораются споры об их магических свойствах. Речь не только о способности дерева создавать создавать настолько совершенно антимагическую ауру, что даже нечувствительные к плетению могут ощутить ее эффект. Но и о самом интересном для тех, кто живет в надземном мире. Способах использования его корней, коры и цветков для изготовления волшебных предметов. Слухи о таких предметах ходят хоть и не часто в поселениях, граничащих с выходами из подземья. Впрочем, их реальное существование никогда не подтверждалось ни нашими жрецами, ни другими авторитетными учеными. Да серьезно, мы только что скрафтили такой. Я же предположил, что такие предметы не просто легенды, и оказался прав. В этом трактате я намереваюсь описать, как сам создавал подобные артефакты, и обладающие антимагическими свойствами, использующие волшебное поглощение цветков дерева Сусур в качестве источника энергии. Следующие страницы аккуратно разлинованы, словно автор намеревался заполнить их текстом, но больше в этой тоненькой книжице нет ни слова. Ага. А тут иссохшие синие цветки, они что-нибудь стоят? Но я так понимаю, они свою магию потеряли, и весят они больше, чем стоят. Увы. О, зато есть зелье лечения в бочках. Грибы хорошие? Грибы хорошие. Как здорово, что грибы внезапно в бочке может
могут храниться бесполезно. Фу, бесполезно, бесконечно. И трактат о мозговых болезнях, может быть, нам поможет. Ко мне обратилась женщина, кою я далее будет доименовать Р. В крайнем расстройстве по причине необычного яростного поведения ее мужа, коего я дальше буду именовать Б. Тремя месяцами ранее он страдал от ночного потоотделения и криков во сне. Он кричал, что носит знак хаоса. Двумя месяцами ранее он взял привычку называть себя Соревок. Месяц назад он перестал говорить о чем бы то ни было, кроме трона, которому он предназначен. Ну, по-моему, это Throne of Baal как-то относится. Или, ну, Соревок был точно в первом Балдуре. Я навестил Б в их семейном доме на ферме. Он спокойно сидел за столом, прижимая к груди неизвестный том. Я не нашел на нем ни проклятия, ни гадкого духа, никакого присутствия магии. И тем не менее, когда я поднес к его лицу свечу и осветил его, он воздел ввысь свою книгу и возгласил: «Смерти, что несут, они должны пробудить отца, и через них он возвысится». Я выхватил книгу из его руки и бросил ее в очаг, где она и запылала не красным и не желтым пламенем, но совершенно черным. От нее остался единственный огарок, гласивший: «Он предвидел свою грядущую смерть и засеял своей сутью всю землю целиком». Б содрогнулся и вздохнул, как будто пробуждаясь от кошмара. Он не помнил ни книги, ни слов, которые говорил. Диагноз – захват центров управления нервной деятельности неизвестной посторонней сущностью. Лечение – травяная настойка чеснока и драцены трижды в день до исчезновения симптомов нервного истощения. Интересно, она нам поможет? Так, а вот здесь генератор энергии. Дайте-ка я угадаю. Вот те цветки Сусоры, которые мы отправили на базу, нам надо бы сюда положить. И такое бывает, что ж. Угу. А здесь... А как-нибудь вот туда мы... О, там, смотрите, там тупичок. И выглядит так, как будто мы должны просто-напросто разглядеть с вами некую скрытую дверку. Ну, по крайней мере, логично, что вот здесь должна быть скрытая дверка. Иначе кто станет строить арку просто в стене? То есть оно, конечно, красиво и декоративно, но хорош. И пройти мы не можем. Угу. Пройти мы не можем. Может, мы как-нибудь залезть можем? Но сначала, наверное, давайте тогда поднимемся вот сюда. А, я так думаю, что здесь нижняя часть ступенек. Да, и нам не дадут просто-напросто туда пролезть. Но зато... золотой сундук неохраняемый. Обнаружение мыслей. Ага. Ну, я не знаю. А здесь вот он еще один лифт. И здесь, смотрите, на нем нет кнопки спуститься. То есть отсюда мы можем только наверх. Так. И чего, никаких балконов, ничего, да? То есть единственный у нас с вами путь — это вверх. И при этом нам для этого надо починить... Ну, как починить? Наверное, зарядить магическую вот эту штуку. По стенам, кстати, светящиеся клубни. Кстати, очень удобно, если что-то биолюминесцентное, ты просто сажаешь... А, ну, как вариант, мы, наверное, через дыру можем пролезть, но у нас такой опции особо нет, поэтому давайте быстро в лагерь метнемся, кабанчик. Ой, такое ощущение, что мы только что мой десктоп посмотрели. И смотрите, каждый раз, как у нас выделен другой персонаж, и мы переходим в новую зону, этот другой персонаж становится лидером пати на время. Ну, не на время, а пока мы сами того не захотим и не отменим. Хорошо, цветок Сусоры, я надеюсь, там одного хватит. Очень надеюсь, потому что иначе это будет... Ну, печально, что много придется бегать туда-сюда. Хорошо, цветок Сусора, погнали. Интересно, Уилл может поглотить цветок Сусора? Ой, я так понимаю, сейчас вся башня оживет. Ага. И турельки выключились. Странная история. То есть, типа, если ты такой красавец, что запитал башню, то турельки выключаются. То есть, те цветки Сусоры, которые у нас есть на следующем этаже или через этаж, мы теперь... Ой.
Ой, нифига себе, цветок сусуры генерит. А мы теперь можем, получается, взять с собой, или как? Хорошо, а ну вот здесь дверка никак не решилась появляться. Ну, то есть тут явно есть металлическая дверь. Явно есть что-то, что мы могли бы сломать как-то. А как не запрыгнуть? Тут все перекрыто. Ага. Может быть, все-таки в трубу нам придется с вами слазить. Но опять же, это после отдыха, когда нас сможет уменьшить наш друг Гейл. Наконец-то я перестал их путать с Уиллом, кажется. Но это оптимистичная мысль. Наверняка еще за сегодня раза 4 спутаю. Но получается, мы с вами свободны и можем исследовать оставшуюся часть башни. Так. Что ж, поднимаемся. Ой. Ага, мы здесь были? Да, мы здесь были, мы здесь с балкона спрыгнули. Так. Правда же? Или нет? Но судя по открытым балконам, да. Короче, проще выйти и посмотреть. Да, мы, кажется, здесь все грибы наши собрали. Угу. Это тот самый этаж. То есть этот этаж мы знаем. Ух ты, как волшебные жаровни жарят. Занятно. Так, следующий. Ага, это этаж, где мы вошли сюда. Но я что-то не хочу оставлять цветки сусура просто так. Давайте-ка их это... заберем по возможности. Я надеюсь, что нам это не аукнется. Но вот это выглядит как довольно-таки необычная штука, которую мы дальше можем не встретить. И, ну, и в бою, как я думаю, можно, допустим, к магу будет подползти к какому-нибудь, да, незаметно ему в кармашек положить, и маг уже не маг. Ну, наверняка противиться ему не может никто. Может быть, в каких-то боях мы с вами за счет этого сможем похалтурить. Так. Тут некая спаленка, что ли? Ребятки, подойдите себе поближе. Если здесь есть ловушка, я хочу, чтобы вы заметили. Некий портрет, не дотянуться до него. Опа. Опа, кольцо, друг мага. Магия плюс один, религия плюс один. Ух ты, а кто у нас, кстати, этим владеет? Магия... с религией не очень хорошо. А наш персонаж? А религию я ему не брал. Астариан не по религии. Девчуля тем более. Ну хорошо, тогда Уилл явно хочет это кольцо себе. Как минимум у него будет плюс один к проверкам магии. Конечно, бонус относительно минорный. Так, кнопка. Постой, почему странный собачий ошейник задергался? Это кнопка, чтобы электричеством бить собачий ошейник, что ли? Я правильно понимаю? Игровый туман. А вот картина вот эта по соотношению цена-вес очень даже хороша. Ой, только звуки ужасные, меня немножко напрягают. Так-то там они так душ. Послание из свечной цитадели. Интересно, мы читали? Ага. Да, это мы читали. Хорошо, ну сразу давайте-ка тогда в товары. Защита от добра и зла. Ну, пока что мы, по-моему, не видели ни фей, никого вот такого. Письмо. Драгоценная моя Ленора. Я не уверен, что стоит тебе это писать, но твое последнее письмо для меня крайне встревожило. Во имя всех девяти преисподних, зачем тебе потребовалось приручать Булей? То, что ты нашла его неподалеку от могилы Мирны, еще не значит, что это знак свыше. Я очень волнуюсь за тебя, Ленора. Булей — не домашнее животное. Одно дело держать его как сторожа, но ты, похоже, от него просто без ума. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться, не закончив свои исследования, но если тебе одиноко, не забывай, моя дверь всегда открыта. С огромной любовью обнимаю Амарит. Постскриптум. Меня очень согревает мысль о том, что ты положила осенние крокусы на могилу Мирны. Я помню, она любила в них кататься, несмотря на то, что потом всегда чихала. Она была такой милой и верной собакой. Жаль, что я не могу помочь тебе еще чем-то. То есть мы, возможно, тут Булия встретим.
было бы не очень. И Descent into Abyss. Хождение во тьму. Эпическая трагедия о власти, пороке и одиночестве. Пролог. Заброшенная дорога. Раздается гром, сверкает молния, входит Зорев. Зорев. Что это? Звук шагов или шип змеиный? Быть может, это подлый мерзкий враг или друг? Пришел развеять душный полумрак. Явись! Я не люблю, когда стреляют в спину. Входит Рисия. Рисия. Как знать, Зорев, как знать? Все может быть. Пройдет еще немного, и мы друг друга перестанем узнавать. Зорев. Тссс. Там чья-то тень застыла у порога. Входит Амфий. Кто здесь? Вы вроде на друзей моих похожи, но и угроза ваш стоится тоже. Да это Амфий. Милый Амфий, что с тобой? Лицо белее смерти, взгляд пустой. Нет, не пустой. Он тьму упрятал там. Я тьму таю? А сам-то? Скажи, ты в зеркало давно глядел? Не зубы у тебя, а конечья стрел. Куда нас путь ведет? Мы стольких грязь топтали. Кем стали мы, точнее, чем мы стали? Уходит. Конец пролога. Акт первый, 10 годами ранее. В пьесе повествуется о трех друзьях-эльфах, их пути к власти, а также о том, как от порочности, безумия и одиночества они убили друг друга. Ой, какая прекрасная пьеса. Так. О, во славу серости. Каждый раз, как я о таком думаю, ну, что-то такое вижу, я вспоминаю серость из диска Элизиума. Из Бараквира мы пришли. Злодеи гномов увели. От дома, от родной земли. Весь мир закрасим серым. Все Арендол у нас украл. Но дар оружия нам дал. О, гном, закуй свой ум металл. Всем миром правит серый. Изгнанник нас освободил, чтоб край вернуть, что нашим был. Сотри же монументы в пыль. Весь мир захватит серый. В сердцах горит пожаром месть. Умов, кнутов у нас не счесть. Пусть все узнают, кто мы есть. Весь свет один лишь серый. Ничего себе, у них какая-то это прям боевая кричалочка. Оп. Гравитационный диск Гитьянки. Ого, интересненько. Давайте-ка возьмем, может быть... А, гравированный. Каменный диск испещрен символами Гитьян. Ты внимательно их исследуешь, но ничего не можешь понять. Без шифра или образца, который бы тебе помог, разобрать надпись на диске почти невозможно. Ага. Поищем в надписи повторяющиеся элементы? Ой. Да. Ну не, я не буду тут тратить. Как бы ты ни старалась, разобрать символы не выходит. Диск стоит отдать Лайзель. Возможно, ей что-то об этом известно. Ну, я так и думаю, да, кладем диск в рюкзак. Ха, что-то гидское. Лайзель наверняка разберется. Вкусные предания Фейруна, Гиты и Элитиды. Эта книга разбита на несколько глав, по одной на каждый из источников. По утверждению автора, она содержит изначальные записи устных преданий, рассказанных несколькими сказителями на просторах королевства. Глава 4. Полидор Быстроногий. Возраст 700 лет. Лесной эльф, сказитель родом из Острозубого леса. После нескольких недель, которые мне пришлось провести в лесах в попытке приучить его к моему скромному присутствию, почтенный Полидор наконец счел возможным явить мне свой лик. Чем дольше я оставался там, показывая, что не угрожаю его здоровью и покою, тем охотнее он отвечал на осторожные расспросы. Это история, которая была поведана мне одним промозглым утром при свете маленького костерка. Не походила ни на что, слышанное мне до того или после. Я спросил, не придумана ли она, но Полидор многозначительно настаивал, что история не менее настоящая, чем его правый глаз. Давным-давно, задолго до моих глаз и ушей, до твоего одинокого пера, дорогой писец, процветала в мире великая империя народа, что называл себе элитидами, потрошителями разума. Или, быть может, то был не народ, а лишь догма. Дети гид склонились перед ними, стали слугами потрошителей. Народ страсти заставили служить холодной догме. Потрошители были неприкосновенны, их разум способен подавить любой другой. Ни один гордец или герой не смог привести детей гид к свободе. Пока, наконец, не настала расплата. Откуда она пришла, неизвестно, что ее породило, не найдено. Но события те вошли в историю. Те, кто согнулся, не сломались. И тогда дети гид обрели свободу, а потрошители стали согнуты и сломлены до сих пор. Прекрасно. Вот такое я люблю. Опа, дверь в пространство. Пригодится.
Мир глазами Бумпа. Послание свечной цитадели. Ну, вот это у нас точно есть уже во многих экземплярах. Мир глазами Бумпа. Кто такой Бумпа? Книга сама раскрывается на странице с загнутым уголком, где Бумпа описывает представителей необычных рас, которых он повстречал в своих странствиях. Но куда более невероятно выглядят птицы-люди, аракары, аракакры. Когда я впервые увидел одну из них, то аж остолбенел. У нее была голова и крылья попугая, но тело при этом вполне человеческое. Не стоило больших трудов не пялиться на нее во все глаза. Но удивительнее всего то, что за одним столом с ней сидело еще несколько совершенно... А, стоп, это мы читали. Это мы читали. Увы, ах. Ну, я периодически могу забывать это, да? И мемуары Ампаса. Моя жизнь была долгой чередой удовольствий. Я видел, как город, где я рос, принимает мои идеи и прекращает дискриминацию местных орков. Я видел, как моя борьба против ужасных условий жизни на городских фабриках набирает обороты, и видел, как новое поколение принимает идеи лучшего, доброго, справедливого и разумного мира и несет их во все края континента. Конечно, были в моей жизни и сложности, и неудачи, о которых я буду сожалеть. Вспоминается моя старая подруга Суэльта, которая с возрастом прониклась столь жестокими идеями. Я всегда буду утешать себя мыслью, что такой блестящий ум мог породить такие теории лишь под бременем изгнания и обещания восстановления в правах, что с ней в конечном итоге и случилось. Уф. Так, что у нас еще? У нас тут есть сундук, который, ну, не сказать, чтобы запрятан, но он так стоит немножко на отшибе, чтобы на первый взгляд ты его не нашел. Опа, а там лечебное зелье, вернее, целебное. Больше какой-то пустоватый этаж. Ну, видимо, у нас, ну, как бы игра нас должна награждать за те вещи, которые игра хотела бы, чтобы мы делали, да? Опа. Искусство шифров. Ну-ка. На этом гравированном диске гитянки записан сложный шифр, с помощью которого можно читать древние тексты гитов. Полезная находка на случай, если кто-то вдруг столкнется со столь древними письменами. Ага. То есть, кажется, мы с вами можем разобраться и без чего-либо. Диск заполнен округлыми символами. Использовать найденный шифр, чтобы разобрать надпись. Ты смотришь на диск и видишь всплывающий контур, а из него вырастает история. «Принц кометы», часть первая. Вот как вышло, что, стряхнув с себя оковы кхайков, мы тут же обратили мечи друг против друга. Небеса раскололись, и Великая Империя разделилась надвое. Гит спустилась в ад, чтобы выторговать помощь своему народу, своей миссии. Лакит уверяет всех, что Матерь Гит объявила ее нашей королевой. Ложь. Гит ничего такого не объявляла. Лакит захватила империю против воли матери. Но у Гит оставался сын, Орфей, принц кометы, истинный наследник. Он знал о предательстве в Лакит. Орфей призвал к себе гвардейцев Гит и заявил о своем праве на трон. Началась война кометы. Любопытная история, явно запретная, учитывая, насколько старательно она зашифрована. Лаэзель наверняка этим заинтересуется. Но будет что обсудить с Лаэзель, хотя иногда мне кажется, что она слишком дубоголовая, чтобы принять что-то, что не соответствует ее картине мира, но не сказать, чтобы мы с ней много общались. Слова на этой вырванной полоске бумаги написаны трясущейся рукой и расплываются от слез, так что их едва можно прочесть. «Боюсь, меня раздавят тишиной. Не одиноко так. Пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать». Ой, ничего себе. Да, тут кому-то было одиноко, но я могу представить. То есть мы вот в этой башне сколько с вами находимся? Буквально полчаса, и то... Ну, то есть я сомневаюсь, конечно, что в реальной жизни вот эта музыка звучит там постоянно. Но от всяких шумов окружающего мира немножко не по себе. Что ж, следующий уровень. Что это? Звук шагов или шип змеиный? Быть может, это подлый мерзкий враг? Тебе знакомы эти строки? Так начиналась пьеса, обнаруженная тобой в этой самой башне.
Ильдруг пришел развеять душный полумрак. Явись, я не люблю, когда стреляют в спину. Отдай приказ, какой желаешь, мой господин, хозяин мой. Угу. Откуда веру взять? Как правду я узнаю? Как покажу себя из темноты? О, если тайны ты свои не вскроешь, не истину открой. Узреть, что хочешь ты. Ух ты. Это было поразительно просто, но в целом пятый уровень, третий. И вот здесь кто-нибудь, и здесь третий. То есть, ну, в целом мы бы, наверное, справились с ними, но после отдыха. Но поскольку у нас с вами нет никаких претензий. О, сломанный механизм тоже часть типа реагента. Опа, направляющий свет. Что это такое? Что такое направляющий свет? Скажите мне на милость. А, кольцо. Да еще и оранжевое. Цвет. Что-то оранжевый здесь, кажется, ни разу не легендарный. Угу. Починенный пергамент. Давайте читать. Бумага разорвана и подклеена в нескольких местах. Видно, что этот листок часто читали и очень берегли. Это небольшое стихотворение без названия. Нечистые листы лишь от тебя остались. Последний дар, бездумный дар, но мой. Я буду их хранить, держать у сердца. Их выбросить нет сил, утрачу я покой. Так, механизмы, черт бы с ними. Я хочу найти какую-нибудь подсказку, которая нам, может быть, объяснит, как нам с вами забраться в этот... в погреб. Ну, потому что снизу есть дверь. Она крепко закрыта. И ничто не объясняет нам, как туда попасть. Может быть, этот чувак сможет нам как-то дверь открыть, если понять, что сказать ему. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в сей дом. Твоих приказов жду. Ага. Так, хорошо, свет живет в каждой твари земной, что зовет свое тело тюрьмой. Чтобы свет обогрел жалких узников тел, пустим лишних мы на перегной. Ага. Нет, такой приказ мне не нравится. Ну, то есть, может быть, после отдыха, но не сейчас. Хорошо, а насчет руки? Боюсь, меня раздавит тишиной. Не одиноко так. Пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать. Конечно же, любовь моя. Не бойся. Не бойся, девочка. Что сделать для тебя? Скажи, быть может, мне тебя обнять? Да, пожалуй. Иди ко мне хотя бы ненадолго. Прими себя. О. Он держит руки слишком низко для объятий, словно пытаясь обнять кого-то ниже тебя ростом. И помни, что любима ты, Ленора, так любима. Все хорошо, тобой гордиться будут всегда. Как я уже горжусь. О. Так, ну и время расспросить его по поводу того, кто ты и что он сделал для хип-хопа в свои годы. Итак, что это за место? Команда мне неведома, исполнить не могу. Кто ты? Команда мне неведома, исполнить не могу. Понятно, тогда уходим. Здесь ничего особо. Ну, то есть получается, что этот этаж тоже довольно-таки пустынный. И чтобы, ну, подозреваю, что чтобы пролезть таки в подвал, нам с вами придется использовать уменьшение гуманоида, которое у нас у Гейла. Есть тут, есть свиток увеличения, но это иронично, нам-то нужно ровно обратно. Ну что ж, давайте тогда, наверное, на этом этот эпизод закончим, а в следующий раз уже с вами отдохнем и попытаемся пролезть в трубу, если мы туда пролезем.
А пока что спасибо Дахармсу, Мише Лебедеву, Юджину Вольну, Савельеву из Бенгза за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо за компанию в прохождении. Ну и мы с вами увидимся в следующем эпизоде. А у меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи.